Регулярный сезон 2019-2020 запомнится болельщикам надолго. В основном не по хоккейным причинам, но все же мы решили поговорить именно о самой игре. Поэтому в сегодняшнем выпуске мы выбрали десятку россиян, которые лучше всех, на наш взгляд, проявили себя в этом сезоне. Фоксы, сегодня мы хотим посоветовать вам эпичное видео от еще одного таланта из России – Даниила Куликова. Шикарные финты, отличные голы – это все о Данииле. Мы были по-настоящему впечатлены. Ссылка на полный хайлайт в описании. Ну а теперь к выпуску. Усаживайтесь поудобнее. Мы начинаем. Валерий Нечушкин в последние годы сверкал в новостных лентах только с каким-то хоккейным негативом. Но в этом сезоне он вернул уверенность в себе, забросил шайбу после долгого перерыва и начал делать то, что может лучше всего – играть в хоккей. Он один из лучших в команде по показателю полезности с плюс 26. Пошли голы, передачи и 14 минут игрового времени за матч. Надо наращивать темпы, Валерий! На девятое место мы решили определить двух вратарей. Андрей Василевский, действующий обладатель Визина Трофи, продолжает прогрессировать и замахивается на приз лучшему вратарю второй год подряд. Ну, мы как-то к этому привыкли уже, наверное. Антон Худобин, все еще лучший бэкап в лиге, это как минимум. Пятое место в лиге по проценту отраженных бросков, это круто. Не удивимся, если со следующего сезона Антон будет первым номером команды НХЛ. Денис Гурьянов проводит прорывной сезон. Он уже забросил 20 шайб, что является очень даже солидным показателем. И не сказать, что Денис зависит только от своего давнего партнера Роопа Хинца. Сам Гурьянов много создает и помогает Далласу побеждать, пока некоторые лидеры хандрят. Приятно видеть, что напутствия своих тренеров Денис мимо ушей не пропускает. Развивайся, молодец, я смогу стал работать, над руками работать. Давай. Второй сезон Андрея Свечникова в лиге ознаменовался огромным скачком как в развитии всех игровых качеств, так и результативности. С графиком почти очко за игру Андрей становится одним из лидеров Каролины. Уже нет сомнений, что Свечников – это будущая суперзвезда. Ну и лакросс голы – это просто фантастика. Шестое место поделили Михаил Сергачев и Владислав Гавриков. Оба в этом году стали основными защитниками в своих командах. Грамотное ведение площадки, золотые руки и высокий хоккейный IQ позволили обоим завоевать ведущие позиции в обороне своих команд. Прогресс обоих продолжается. Сезон оба провели без спадов. Главное не останавливаться. Всего лишь на пятом месте нашего топа сегодня располагаются Евгений Малкин и Никита Кучеров. Нет. Сезон они провели, как всегда, сверхрезультативно. У Малкина 74 очка в 55 играх, у Кучерова 85 в 68. Джина вновь мешают травмы, но когда он был на льду, особенно в матчах, в которых не смог принять участие Сидни Кросби, Малкин был богоподобен. Кучерову помешал слабый по его меркам старт сезона, но начиная с середины, Никита вышел на проектные мощности. Он явно рассчитывал в этом году не рекорды результативности бить, а подойти в наилучшей форме к плей-офф. Внезапно четвертое место мы отдаем новичку Торонто Мэйпл Лифс Илье Михееву. Этот жизнерадостный молодой человек пробился в очень плотный ростер листьев и своей игрой показал, что способен активно помогать Мэттьюсу, Марнеру и Таваресу побеждать. 23 балла в 39 играх и реальная вероятность попасть в тройку финалистов за Calder Trophy. К сожалению, уверенный поступ прервала очень обидная травма, полученная 27 декабря в игре против Нью-Джерси. После нее Илья пока на льду не появлялся, но дебют у Михеева получился ярчайшим. Александр Овечкин не хочет стареть.
Вот и в этом году он опять занимался тем, что вел за собой команду, переписывал рекорды НХЛ и практически настрелял 50 шайб за сезон. Как минимум одна веская причина за то, чтобы продолжить регулярку, это 2 гола от Александра Великого. Иван Проворов забыл прошлый сезон как страшный сон и в этом году доказывает своей игрой, кто сейчас лучший российский защитник в мире. Почти 25 минут за матч, 36 набранных очков, безоговорочное место в бригаде большинства, большое количество игрового времени в меньшинстве. В общем, классический главный защитник команды. Конкурентов в Филадельфии у Проворова в этом аспекте уже нет. Ну и главный русский этого сезона НХЛ – это, безусловно, Артемий Панарин. Рекордный сезон в плане личной результативности, постоянная прокачка партнеров, ключевые голы и передачи – это все о нем. Страшно представить, где были бы рейнджеры без своего главного бомбардира. За пределами льда Панарин все такая же находка для журналистов и болельщиков. В общем, сезон 19-20 – это сезон Артемия Панарина. Бонус выпуска. Игорь Шестеркин ворвался в НХЛ очень неожиданно. Также неожиданно задвинул в глубокий запас самого короля Хенека. Выиграл 10 из 12 своих матчей и влюбил в себя привередливую нью-йоркскую публику. Очень яркий дебют. На этом все. Пишите в комментариях ваш вариант лучших россиян этого сезона. А если вам понравился этот выпуск, ставьте свой отечественный хоккейный лайк и подписывайтесь на наш канал. С вами была команда Fox Hockey. До новых встреч. Пока.